Это итоги недели. В студии Мария Бересневич. Здравствуйте. А вот заголовки этих уходящих 7 дней. Собственная вакцина, доступный кредит и натуральный продукт. Беларусь вошла в топ-10 государств по экспорту свежего мяса курицы. Какая доля мирового рынка? Мамины слезы и папина гордость. В Беларуси отметили День знаний. Еще мне нравится группа, она такая разными цветами. Кто провел открытый урок? На языке современности. В Бобруйске прошел молодежный форум. Есть все условия, все возможно для реализации себя. Как помогают новичкам? Кто ответит за базар? На данную продукцию отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Власти проверили несанкционированные рынки. Лишнее надо же мне реализовать куда-то, так или не так. Куда мне девать его? Чем опасна стихийная торговля? Как новенький, в городе продолжается капитальный ремонт жилфонда. Это все делается для людей. Чей адрес в списке? Последний лидер – вирусная вспышка и экологичная красота. В Австралии набирает популярность безопасная упаковка для косметики, что обещают ведущие бренды. Кадры решают все. Президент продолжает серию поездок по теме развития сельхозпроизводства и агропромышленного комплекса. На этот раз Александр Лукашенко посетил Крупский район, в частности, объекты, которые находятся в ведении комбината «Дзержинский». Здесь главе государства доложили о ходе полевых работ в стране и регионе. Речь также пошла о состоянии и перспективах развития АПК Минской области, в том числе интеграционных структур. У нас полный бардак и разболтанность в кадрах. Надо сделать так, чтобы кадры, их движения были под контролем. А не то, что да, я бросил, я пойду, там мне чего-то заплатят, я буду в шоколаде. Ты образование получил? За государственный счет будь добр работать. Да, надо какое-то перемещение. В свое время у нас так и было. Все, в райком партии согласовал там и пошел. Так и у вас. Все руководители должны с его представления, с его назначаться руководители. Тобой, твоего уровня, я уже с тобой на эту тему говорил, а он должен своих специалистов, подчиненных, также согласовывать прием, увольнение. Вот, решил, уволился, езжай, пожалуйста, работай. Но должно быть под контролем. Это не крепостное право. Но если мы хотим сохранить себя, спасти себя, это вопрос безопасности, это вопрос национальных интересов, это вопрос независимости. Кадры решают все. Президент также обратил внимание на необходимые заготовки качественных кормов. Как доложил главе государства министр сельского хозяйства и продовольствия, в стране осталось убрать менее 3% площадей. Урожай зерновых и зернобобовых уже составил 10 700 000 тонн. Деловая древесина, свежее мясо и устные испытания. Минздрав пересмотрел список заболеваний, при которых выпускники 9 классов не будут сдавать экзамены. Что в него вошло? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси с декабря начнется предклиническое испытание собственной вакцины против COVID-19. Для создания будут использовать классическую технологию. Сейчас идет строительство нового завода в Витебской области. В перспективе здесь будут разрабатывать препараты и от других заболеваний. Банки страны снижают ставки по потребительским кредитам. В некоторых учреждениях до минус 10%. Многие смогли улучшить условия займов на покупку автомобиля или жилья. Для бизнеса треть выдается на льготной основе. Плюс Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей готов выступить поручителем. Белорусы с 25 сентября смогут покупать деловую древесину напрямую у лесхозов. Речь о строительстве и реконструкции жилых домов. Максимальный лимит – до 70 кубометров, для текущего ремонта – до 10 кубов. Уменьшат и сроки получения товара – до 60 дней. Раньше процедура могла доходить до 1,5 лет. Беларусь вошла в топ-10 стран по экспорту свежего мяса курицы. Почти 2,5% всех мировых поставок в прошлом году пришлось на долю нашей республики. За рубеж продали продукции на 179 миллионов долларов. На 16-й строчке мы и в рейтинге по отправке замороженной птицы. В пятерке – Нидерланды, Польша, США, Бельгия и Германия.
Минздрав пересмотрел перечень заболеваний, при которых выпускники 9 классов не будут сдавать экзамены. В группу болезней органов дыхания включили грипп, пневмонию, острые респираторные инфекции. Также в списке указаны травмы, а при заикании тяжелой степени освободят от устных испытаний. Вот и лето прошло. В Беларуси стартовал новый учебный год. В День знаний во всех учреждениях образования состоялись торжественные линейки. Школьный сезон начался более чем для миллиона учащихся. 115 тысяч ребят сели за парты впервые. Открытый урок по истории лично провел президент. Особенной аудиторией стал Дворец независимости. Сюда пригласили лучших учеников со всей страны. Около 300 человек. Однако занятия увидели во всех учебных заведениях. Велась прямая трансляция. О правильном воспитании с акцентом на патриотизм Карина Гуревич. Начало учебного года – всегда особая пора для системы образования. Время, когда подводят итоги, ставят цели на будущее, разрабатывают идеи и подходы для школьников. В Бобруйске в конце августа по традиции проходит педагогическая конференция. Демонстрация возможностей учащихся – один из главных пунктов программы. На 12 тематических площадках представлены уникальные проекты. Мы представляем лего-класс, и наш девиз – учимся, играя. Потому что мы используем лего-конструирование не только во внеурочной деятельности, но и непосредственно на уроках. Если мы говорим о уроке математики, то это устный счет. Если мы говорим о уроке русского языка, то мы развиваем речь наших деток. Во Дворце искусства развернулась выставка лучших патриотических идей. Интерактивная карта знакомит с военной историей родного края. Электронное приложение «Родима» – уникальная энциклопедия достопримечательностей Бобруйска, страницы которой пишут сами ребята. Квест-игра по местам боевой славы для самых маленьких. Сегодня Центром дополнительного образования на конференции представлены различные экспонаты, которые были изготовлены учащимся нашего центра. Мы представили экспонаты, это и макеты, и компьютерные игры, и летнее оздоровление, которое проводится в нашем центре. На базе войсковой части пускай 27 создан клуб «Зубр», в котором 7 декабря прошлого года прошло обучение 25 детей. Из них 3 прошли испытания и поступили на факультет внутренних войск для дальнейшего службы во внутренних войсках. Основная задача этого клуба – это патриотическое воспитание защитников будущей Родины. В зале Александр Студнев благодарит педагогов за самоотверженный труд и талантливых воспитанников, которые прославляют свой город высокими достижениями. 20 стипендиатов специального фонда президента, 900 дипломов областного, республиканского и международного уровней в различных конкурсах и олимпиадах, 3 стобальников – далеко не полный перечень того, чем по праву гордится Бобруйск. Достижение качества образования невозможно без проведения четкой кадровой политики. Сегодня многое зависит от педагога, от его заинтересованности в результатах своего труда, от уровня профессиональной компетентности, от желания работать в инновационном режиме. Здесь как заслуженные учителя, так и молодые специалисты. Прибыло их в этом году больше сотни. Некоторые семьями, каждый талантливый и амбициозный, в поддержку опытные коллеги, которые помогут на профессиональном пути. Волнительно, но, как говорится, будем с радостью встречать детей. Хочется очень много своих задумок воплотить. Это новые технологии педагогические, которые нам преподавали в университете, наготовили уже разработки. У меня немножко есть педагогический опыт, я до этого преподавал. В общем, не страшно, но 1 сентября, когда придут дети, все будет, мне кажется, немножко по-другому. Волнение, конечно же, немножко будет присутствовать, но все будет в порядке. Школьный год – это всегда непросто. Покупка формы и ни одного комплекта. Канцелярии, рюкзака. Семьям помогают всеми силами. Особое внимание – многодетным, первоклашкам и инвалидам. К примеру, работники организации могут получить дополнительную поддержку через профсоюз. Выплачивают деньги как 1 сентября, так и за хорошую успеваемость. Кроме того, по всей стране проходят благотворительные акции и ярмарки. Здравоохранение оказали помощь на сумму более 6 тысяч. Работников образования более 14. Фандок наш, вроде бы небольшое предприятие, оказало материальную помощь более 3 тысяч. Агромаш более 4. То есть каждое предприятие по
возможности. И вот долгожданный момент. Белые бантики, стильные рубашки, взволнованные родители, учителя и, конечно, дети. 1 сентября в Бобруйске свои двери открывают 34 школы. В молодежном микрорайоне на торжественной линейке 1500 ребят в новенькой форме. В этом году здесь, как и в других учреждениях образования, появились знаки отличия. Клетчатые галстуки, юбки и жилетки. К ним фирменная нашивка. Для детей это только второй год в этих стенах, но они уже успели стать родными. С первым учебным днем поздравляет мэр города. Александр Студнев с особой теплотой желает интересных уроков, высоких результатов и веселых школьных дней. Мы должны любить и почитать наших преподавателей, потому что для них это тоже сложность. Сложность в общении с ребенком, найти общий язык с ним, потому что каждый ребенок – это личность. Это человек, который хочет к себе, в первую очередь, внимания. Для 35-й школы праздник тройной. День знаний, год со дня основания и переименования. Теперь учреждение образования носит имя почетного гражданина Бобруйска, дважды героя Советского Союза Павла Батова. Здесь же открывают и мемориальную доску. Внутри учебного заведения небольшой музей. Воплотили идею в жизнь в кратчайшие сроки. Решение приняли совместно с гостями из Рыбинского района России, родины генерала. Город Бобруйск нас встретил очень тепло и радушно. И в ходе вот этой встречи руководителем вашего города Александром Викторовичем Студневым была высказана идея о переименовании как раз. Я поражен от того, что я увидел. Во-первых, это очень замечательная, красивая, современнейшая школа на высшем уровне. Но низкий поклон гражданам, нашим братьям на белорусской земле, что вас все так душевно, так замечательно. С этого года в школах введен факультатив, на котором ребятам расскажут о геноциде белорусского народа. В учебники добавили материалы расследования Генпрокуратуры. Самый первый урок посвящают исторической памяти. Донести информацию до учеников – работа учителя. Однако сегодня непростая задача ложится на плечи президента. Александр Лукашенко лично проводит занятия для старшеклассников. Прямая трансляция проходит во всех уголках Синеокой. Глава государства рассказывает о наших корнях, о становлении независимости страны и важности сохранения суверенитета, отвечает и на вопросы тех, кто находится в зале. Поскольку я будущий абитуриент, мне бы было интересно знать, чего ждать от вступительной кампании после изменений в сфере образования. Спасибо заранее за ответ. Скажу в ближайшее время, к какому мы пришли результату. Если бы вы спросили у меня, я за что, я боюсь вам отвечать. Я вижу очень большой недостаток централизованном тестировании. Кто-то наугад, кто-то как-то, кто-то там тренирует. Ну, в общем, все недостатки этого процесса я знаю. И положительные знаю. Я экзамены сдавал, как я вам сказал. Там преподаватель сидит и видит человека. Большой праздник и в 4-й школе. Пусть адрес привычный, но все здесь совершенно другое. Новыми красками заиграли стены, пол и потолок. В двух кабинетах начальных классов установили телевизор и интерактивную доску. Но главные изменения снаружи. Заменили кровлю, уложили асфальт и в целом привели территорию в порядок. Капремонт коснулся также 1-й, 6-й и 20-й школ. Из городского бюджета выделили 1,5 миллиона рублей. В восторге как дети, так и взрослые. Благодаря тоже нашему горисполкому и Валентине Ивановне наши общими, скажем так, усилиями у нас в нашей школе поменяли все окна. Это большой плюс. Окна, двери, у нас все меняется. То есть у нас за 12 лет, я вам могу сказать, что произошли колоссальные изменения. Когда я ее помню еще в свои школьные годы и сегодня, и, конечно, в лучшую сторону изменила школа, но я думаю, что это и правильно, и все не должно стоять на месте. И я надеюсь, что и дальше наша школа будет только радовать нас. Но главные герои дня – первоклашки. На лицах сосредоточенность и улыбки, в руках букеты порой больше, чем сами малыши. С этого года в школу набирали ребят с 5 лет, которым 6 исполнится до 31 декабря. Между тем, окончательное решение принимает педсовет. Что такое школа, расскажи. Это когда учатся дети. А что тебе нравится в школе? Нравится больше, когда занимаемся и едим. Тебе нравится в школе? Да.
что тебе нравится? Ну, мне нравится доска, что она красивая. Еще мне нравится группа, она такая разными цветами. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хоккеистом. А почему ты хочешь стать хоккеистом? Потому что в него настоящие мужики играют. Старт учебному году дан. Вместе с ним множество изменений. Суббота теперь тематическая, например, с гражданско-патриотическим уклоном. В 8-9 классах появилась допрофильная подготовка, а среднее образование стало обязательным для всех. Беззаботные летние дни закончились, но впереди новые впечатления, необычные занятия, большие успехи и победы. Одни только знакомятся с буквами и цифрами, другие уже выбирают специальности в вузах и колледжах. Но для каждого этот год, без сомнений, станет особенным. Карина Гуревич, Татьяна Горбач, Ольга Васенда, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чечерин. Итоги недели. Беларусь будущего. В городе прошел молодежный форум. Многогранный разговор состоялся между представителями власти, БРСМ и молодежного парламента. Здесь обсудили вопросы патриотического воспитания, влияние интернета и социальных сетей на подрастающее поколение. Ведь в бурном информационном потоке сложно отличить, где правда, а где ложь. Поэтому главная задача – искать новые подходы взаимодействия. Молодежный парламент в первую очередь настроен на то, чтобы привлечь как можно больше молодых специалистов. Город работает на все 100%. Что касаемо именно молодого специалиста, то есть все условия, все возможно для реализации себя. Мы занимаем ведущие места в тех показателях, которые именно оценивают качество жизни. И вот такие именно встречи, они дают повод, во-первых, вместе пообщаться, послушать их предложения, инициативы, рассказать о том, что дать оценки, а мы основываемся на различных источниках. Ведь сегодня вы видите, что творится вокруг, какой объем информации, какой объем различных источников обрушивается на всех нас. Большое внимание сейчас обращено на тех, кто получил свое первое рабочее место. В Бобруйске таких 600 человек. 213 молодых специалистов прибыли из других городов. Сезон овощей и фруктов в разгаре. А с ним и бум нелегальной торговли. И пусть ритейлеры устраивают акции, дни бешеных скидок, всегда найдется тот, кто любит огурчики от бабушки у магазина. Там, как ни крути, свое, домашнее. Но в погоне за натуральностью можно оказаться на больничной койке. Поэтому борьба со стихийными рынками не прекращается. Только за этот год в Бобруйске вынесено 34 предупреждения. Татьяна Горбач проинспектировала магазины на асфальте. Под открытым небом, без обеда и выходных. Стихийный рынок на пересечении Строителей и Батова всегда готов принять покупателей. На улице плюс 30, а на импровизированных прилавках овощи, фрукты, ягоды, зелень торгуют из багажника авто, на деревянных поддонах, картоне или вовсе на земле. Но сегодня базар на асфальте пришлось срочно сворачивать. Сюда нагрянули с проверкой. Документы, что у меня свое? Разрешение. Ну, всех разрешили. Предприниматель вы или кто? Какая я свою? Свою огород. Физическое лицо, да? Да. Цены здесь обычно невысокие, и многие, желая сэкономить, охотно покупают продукты с претензией на натуральность. И есть спрос, и есть и предложение. С нарушителями закона борются рублем. Штраф до 3 базовых. Сейчас кодекс административных правонарушений, он носит в основном такой профилактический порядок. И в первую очередь мы применяем, ну, освобождаем на первый раз от ответственности, вынося постановление с предупреждением. Бабушки, увидев проверяющих, спешно сворачивают свой нехитрый бизнес. Можно, конечно, торговать по правилам, пройти флюорографию, взять справку о том, что продукция выращена на приусадебном участке, но уличные торговцы пока не торопятся за рыночные прилавки. Почему вы торгуете здесь? Как почему? Лишнее надо же мне реализовать куда-то, так или не так? Куда мне девать его? Переработать я не могу столько. Одни жалуются на магазины на асфальте, другие за них голосуют кошельком. И здесь лотерея. Повезет, не повезет. О соблюдении требований санитарных норм речи не идет. Продукция неизвестного происхождения. Да и условия хранения товара далеки от идеала. Особенно, когда столбик термометра бьет все рекорды. Продукция, которая продается в несанкционированных для этого местах с земли, опасна для тем, что она будет заражена, может быть заражена инфекционными агентами. Также на данную продукцию отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Реализовывать продукцию со своего огорода можно и нужно цивилизованно. Для этого все есть. Не обязательно идти на рынок. В городе действует 15 открытых площадок на 130 продавцов. Платить не надо, да и свободных мест хватает. Здравствуйте, как идет торговля? Торговля сегодня идет не очень. Людей маловато, а так вот продаю излишки со своего огорода.
помидорчики, огурчики, груши, яблоки, перчик, малинку, тенечки сидим, все хорошо. С начала года управление торговли совместно с сотрудниками УВД и санстанцией провели более 30 профилактических рейдов. Вынесли 34 предупреждения. Двух продавцов привлекли к административной ответственности. Борьба с несанкционированными рынками продолжается. Но решение проблемы есть. Выбор всегда за покупателями. Приобретать качественную и безопасную продукцию или положиться на авось. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Желтый знак. Мавровская автошкола ДСАФ открыла набор в группу для инвалидов. Для занятий предназначен специальный автомобиль с ручным управлением, единственный в области. В остальном, отличие от обычной категории Б нет. На изучение теории отводится 16 часов, включая медицину, плюс еще 50 на вождение с инструктором. Всего учеба длится 3,5 месяца. Общая цена 640 рублей. Можно оплачивать частями. Необходимо пройти медицинскую комиссию, получить добро врачей, иметь паспорт гражданина Республики Беларусь и две фотографии 3x4. Прием ведется практически постоянно. Также открыт набор на обучение на автомате. Единственное ограничение – механика для водителя будет под запретом. Приятно посмотреть. В Бобруйске продолжается капитальный ремонт жилфонда. Обновляют как коммуникации, так и наружную отделку. В списке почти 20 многоэтажек. Работы планируют завершить к октябрю. Благодаря реновации подъезды видны издалека. Каждый год в стране строятся тысячи домов, но время делает свое дело. Спустя 30 лет многоэтажки требуют капитального ремонта. Главные критерии – состояние инженерного оборудования и постройки в целом. И здесь политика государства неизменна. Комфорт жителей превыше всего. Активными темпами реновация проходит и в Бобруйске. В Первомайском районе сейчас обновляют 3 здания. До конца года мы планируем провести комплексное благоустройство дворовых территорий. У нас их 31 единица. Проводим ремонт пешеходных дорожек, 32 тысячи квадратных метров. Заменим 700 скамеек и урн, заменим, какие-то отремонтируем. Также благоустроим детское игровое оборудование в количестве 200 единиц. Согласно плану, в городе отремонтируют почти 20 многоэтажек. Поменяют кровлю, канализацию, покрасят фасады, обновят балконы и ограждения. Там, где еще нет, сделают пандусы. Работы планируют завершить к октябрю. Особое внимание в год исторической памяти уделяют домам, где живут ветераны Великой Отечественной. Вместо холста – стена в подъезде. Для таких рисунков подходят акриловые краски на водной основе. На эту работу уже ушло 4 часа. Летящие голуби – символ мира и борьбы против войны. Помогает в благоустройстве и союзная молодежь. Делает как для себя. Благодаря общим усилиям в Первомайском районе новыми красками заиграли 7 подъездов. Не остаются в стороне и сами жители. Гортензия, бархатцы каждый год высаживаю, петунии. Все эти растения, вот что мы покупаем, соседи, дачники, которые привозят рассаду, я тоже высаживаю. Мне нравится, я очень люблю свой дом, свой подъезд. И муж у меня активный, мне бы одно тяжело было. Вот кустарники сирени возле магазина мы посадили. Это очень большой труд. Вот, это все делается для людей, для облагораживания наших дворов, чтобы было приятнее. Очень хочется, чтобы люди понимали это и чтобы ценили, относились к этому с пониманием, естественно, не портили. Бобруйск по объемам работы уступает лишь областному центру. Глобальная реновация ведется по всей Могилевской области. В планах капитальный ремонт 400 тысяч квадратов жилья. И здесь главное – сберечь и сохранить. Ольга Васендек, Дмитрий Шевцов, Максим Галионко. Итоги недели. Трагичное барбекю, незаконные высотки и смертельная инфекция. ВОЗ опасаются вспышек малярии в Пакистане. Что может стать причиной распространения? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Ушел из жизни первый президент СССР. Михаил Горбачев умер в 92 года после тяжелой продолжительной болезни. Лидера Советского Союза госпитализировали еще в 2020-м. С тех пор его здоровье только ухудшалось. Владимир Путин простился с политиком накануне похорон. Всемирная организация здравоохранения опасается вспышек малярии и лихорадки денге в Пакистане. Серьезные риски для здоровья возникают из-за наводнения, которое было вызвано муссонными дождями. Пострадали 3/4 районов страны. Свыше 1000 людей погибли, многие переехали. Доступ к медицинской помощи и лечению ограничен.
В Нидерландах грузовик въехал в людей, которые собрались на барбекю. 6 человек погибли, еще 7 находятся в больнице, 1 в тяжелом состоянии. Что именно стало причиной инцидента, пока не ясно. Водителя задержали на месте. По данным правоохранителей, в момент трагедии он не был пьян. В Индии снесли 2 незаконно построенных небоскреба. Многоэтажки стали самыми высокими зданиями, которые когда-либо разрушали в стране. Это более 900 незаселенных квартир. Потребовалось 3700 килограммов взрывчатки. Около 80 тысяч тонн обломков отправили на переработку. В Австралии набирает популярность экоупаковка для косметики. Ежегодно в стране на свалку отправляются 10 тысяч тонн отходов, поэтому индустрия встает на зеленый путь. Сейчас стекло, металл, мягкий и твердый пластик сортируют и перерабатывают в другие материалы. Ведущие бренды уже пообещали, что в ближайшие несколько лет 75% флаконов будут использоваться повторно. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.